Законом установлено, что большинство граждан должны сдавать декларацию по форме 3 НДФЛ. В частности, заполнение и сдача декларации касается граждан, которые провели сделки по купле-продаже движимого и недвижимого имущества, а также сдача его в аренду другим лицам. Граждан, потративших значительную сумму на какие-либо услуги, например, лечение, обучение. Граждан, которые получили доходы помимо зарплаты, например, дивиденды на акции. То есть сдача декларации касается всех кузнечан, которые так или иначе получили доход в 2013 году. При заполнении декларации налогоплательщик может воспользоваться имущественным вычетом. Что это такое? Это тот полученный доход, который получили лица от продажи перечисленного имущества, может уменьшиться на имущественный вычет, на суммы, то есть по земельному участку, по жилым домам на 1 000 000 рублей, по транспортным средствам на 250 тысяч. То есть, если дом продали за 1 миллион рублей и, соответственно, получили такой же доход, эта сумма уменьшается на вычет, и налогооблагаемая база является нулевой. После 30 апреля граждан, которые не сдали декларации, ждут штрафные санкции в размере 5% неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для предоставления декларации, но не более 30% и не менее 1 000 рублей.